России и не только для проведения соревнований на кубок префекта Юго-Западного округа города Москвы «Серебряный нож» 2011. Так совпало, что сегодняшний день для всей нашей страны является еще и днем траура по погибшим в городе Беслане. Поэтому начнем мы нашу церемонию открытия с минуты молчания. Опа! Опа!
И что-то всем приятно. Аплодисменты. Петр Филарета. Самый сильный человек России, Петр Филарета. Независимо от обуха или режущей части, прям задели большую часть мишени, значит, защиту. Второе. Раз положение не написали минус 20, промахи не будут наказываться. Если мимо стенда, особенно с 9 метров, промахивают, минус 20. Согласны? Нет поощрения, нет наказания. Да, 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 да. Тем более, что может пойти дождь, и если минус 20, да, 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 да. Мы уже с этим не расталкивались. Погодные условия у нас могут. Так, ребята, давайте решим. Топоры. Три мишени, три топора. Три мишени, три топора. Ну, на крайняк у нас запас. Мишени? Сейчас. Нет. Нет. А вот так вот. Ну да, нет, нет, это понятно. То есть он зарезал зону поражения, считаем, считает. Да? Да? Все понятно. Угу. Чтобы потом вопрос с ним. Больше нет ничего, все находится в нас.